Каннские биатлонисты пополнили копилку нашего города очередными наградами. 25 и 26 августа в Бородино состоялось первенство Красноярского края по биатлону, в котором приняли участие более 140 спортсменов. За победу боролись спортсмены из Красноярска, Дивногорска, Ачинска, Бородино, Назарова, Лесосибирска и Каннска. По итогам соревнований наши спортсмены внесли в копилку города 5 наград. С золотыми медалями вернулись Денис Малышев, победивший в лыжероллерной гонке на дистанции 4 километра, и Николай Алехин, опередивший соперников, пройдя 3-километровый кросс-спринт с двумя огневыми рубежами. Следом за Николаем пришел Елисей Максимов и взял серебряную медаль. Бронзовыми призерами в своих дистанциях стали Кирилл Мирошниченко и Владислав Теньков. Победители и призеры соревнований помимо медалей получили грамоты от Министерства спорта Красноярского края.